Будь аккуратней. Так мы можем просто с тобой сесть в какой-нибудь комнате, вот в туалете, например. Беги! Я не могу ничего сделать! Не бей его! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня с Викой Картер мы будем участвовать в хорроре в Макдональдсе. Страшно. Приветик! Да, ребята, и нам нужно будет пойти в Макдональдс и выжить до 6 часов утра. Видишь, кто там стоит спиной к нам? Рональд Макдональд! Да, у нас тут, кстати... Вот, смотри, нельзя. Это же манечина. У нас тут есть, в принципе, предыстория, я могу прочитать, если хоть что тут такое. Чтобы мы знали. Мы объелись бургеров и попали в ад? Да, ну что-то в этом роде, то есть это первый наш рабочий день в Макдональдсе. И нас оставили на ночную смену, чтобы тут дежурить. Но это место проклятое, потому что тут в каком-то там 1900 году произошло убийство. И нам нужно будет посмотреть, что же тут будет происходить. Ты готова, Вика? Я готова. Мы всегда готовы с Викой, нажимай на кнопочку. И да, наступит самая страшная ночь. 8 июля 1983 года. Наш первый рабочий день. Темно. Темно, очень. Во, все нормально? Ой, ужас. Тортик. Тортик. Ну, Макдональдс. Это я Макдональдс. Я кнопку нажала какую-то. Это не... Мне кажется, это картошка фри, как думаешь? А, ну ладно. Итак, и что нам тут нужно сделать? А, нам нужно выжить тут до 6 часов утра. То есть продержаться на ночной смене. А который час? А я не знаю, нужно сейчас будет на... Опа, это кто... Смотри, кто это такой нас уже ожидает. Мне кажется, это просто игрушка, да? Главное, чтобы она не ожила, это самое главное. И сейчас нам нужно что-то найти. Давай, Вика, за мной, чтобы не потерялась. А тут сундуков очень много. А мне кажется, там ничего нету. Да? Да. Пойдем найдем Рональда, как думаешь? Может, он тут еще? Блин, давай. Я боюсь. Опа, мне кажется, это главный кабинет. Который и... час? Опа. Что это? Какое-то испытание Макдональдса началось. Выживи до 6 часов утра. Ты готова, Вика? Уже на самом деле не готова. Если будешь кого-то видеть, кричи, просто убегай вообще в любую сторону. А лучше, чтобы мы вместе держали, чтобы нас не сожрали по Хорошо, где оружие? А, нет оружия, ты же в Макдональдсе работаешь, какое оружие? Ты же не спецназовец какой-то. Так, нам подожди, нам просто нужно выжить, правильно? Выжить, да. Если кто-то нас будет бежать, то, Вика, просто беги и, не знаю, прячься где-то. Будь аккуратней. Так мы можем просто с тобой сесть в какой-нибудь комнате, вот в туалете, например. Беги! Я не могу ничего сделать, не бей его! Вика, я бы тебя спас, но я не могу ничего сделать. Что надо... ты с ним сделать? Как просто убегай, ну. Убегать? А нужно где-то найти какой-нибудь. Давай за мной, Вика, давай за мной, видишь меня? Подожди, может он не может залезть на стол? Я не может! Может! Там еще один! А ну давай сюда! Давай сюда! Не могу, давай сюда! Я сейчас умру! Куда? Помогите! О, сюда! Вентиляция, Вика, давай сюда, вентиляцию! И беги! Я не знаю куда! Беги! Он не отстает. А ну давай, ты за мной? Давай, надо Вика. Просто никуда не заходить. А просто стоять на одном месте, я с тобой полностью согласен. Давай, вот, направо, давай направо, Вика, и давай вот сюда, через эту скважину. Давай, быстренько. И куда? А, он не может пройти, зараза мелкий. Фу. Вика, оттуда... Опа, тут написано выход. А, мы не можем выйти, к сожалению. Дайте нам выйти, я больше не хочу в Макдональдсе работать. Ты тоже, наверное. Кто это такой нафиг? Главное, что он не может сюда пройти. Фу. Так, тут машина. Мы не можем выбраться с этой машиной. Ничего. Главное, чтобы опять кто-то не пришел через вентиляцию или еще откуда-то. Я не готова вообще ни на что сейчас. Как я теперь буду? Я не знаю. Сколько нам еще нужно продержаться? А, до 6 часов утра. Я не знаю, сколько сейчас. Нам, наверное, объявят потом, сколько будет времени. О, ты, смотри, что тут такое. Что? Зона для детей. Пойдем поиграемся? Где? О, 12 часов ночи. Нифига себе, еще 6 часов. А? Аккуратней, Вик, аккуратней. Так, о, батут. Не хочешь попрыгать? Туда даже залезть нельзя. Зато можно тут спрятаться, сзади батута. Можно закрыть, нет?
Не-не-не. Это было бы слишком просто. Так. А нам не надо искать выход, да? Нам нужно. Нам просто нужно выжить. Выжить, потому что выхода нету. Это же проклятое место. Опа! Я слышу какие-то. Ты слышишь звуки какие-то? Или нет? У нас вентиляции! Беги! Вика! Я не знаю куда, давай сюда за мной! А, там мелкий! Давай сюда! Проход! Давай проход! Проход! Давай опять проход! Вика, я тебя оставил! Он за мной тоже! Сейчас я не могу тебе помочь, потому что за мной тоже один бежит. А за тобой мелкий, наверное. А, куда мне бежать? Нет! Нет, это ловушка? Нет. Вика, ты где? Вика, спасай. Я сидела тут, куда я зашла, потому что за мной никто не бежал, и я решила оставить тебя на растерзание во славу сатаны, конечно. Спасибо, Вика, я очень рад. О, кстати, двери в туалет открыли. А, твою мать! Так, этот мелкий сейчас за мной. За мной бежит. Мне нужно тебя найти. Ты где? Я там же, куда ты забежал и убежал. Если бы я помнил. Мы что, твою мать, он за мной бежит. А, еще один! Вик, ты. А если я умру? А, вот о, беги! Беги! Он же сзади нас! О, давай, 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 давай сюда, давай сюда. Он сейчас оббежит. Он обижал! А их можно убить? Не-не-не, они бессмертные. Это же духи, духи Макдональдса. Вот сюда, Вика, сюда можешь пройти? А так, нет. Я уже потерялась. Ты. Мне за тобой бегают, мне теперь не страшно. А, он за тобой побежал! Нифига себе! Чего-то! Тут еще один мелкий! Что там? Мне страшно. А ты в безопасности? Помогите, пожалуйста! Я тоже не могу! Они от меня просто не отстают! Я не готова умирать, вода, пожалуйста! Они за тобой бегут? Да, я куда-то в ад попала, господи, за что мне это все? О, потерялась. Я больше никогда в Макдональдс не пойду, честно. Ой, я полезу в вентиляцию. Ой, час. Час ночи. Ну, мелкий пропал, мелкий пропал. Так, Вика, нам нужно друг друга найти, ты где? Я иду на твой зов. Вот мелкий, он на меня бежит. А ну, давай сюда, Вика, я наверное... Вот, давай, да, сюда, давай в этот проем. Все, там двое их было. Что это за корова? Я не знаю. Ты слышишь эти звуки? Да, это корова это издает. Да, ну не. Как будто. Я не хочу больше играть. Давай не будем. Сама просила, Вика сама просила, чтобы я нашел хоррор-карту. Это еще, знаешь, это еще не самая страшная хоррор-карта. Тут скримеров нету. Я сама тут умею кричать. Да, Вика самый главный скример. Давай сюда. Я где-то видел туалет. Вот туалет. Может там будет безопасно? Я уже сходила туда. Твои, ну, Вика, назад, назад. Ты уже сходила туда? Я еще раз только что сходила. Сюда. Тут мелкий. Забил тебя в ловушку. Давай за мной, Вика. Ты за мной? Да. Давай. И мелкий там. И мелкий там. Я не знаю куда. Я в вентиляцию залез. Он за тобой идет. О, не отстает. Это, наверное, сын Рональда, мне так кажется. Сам Рональд! Офигеть! Рональд появился с ножом. Я вообще тебя потеряла. Я сам себе потерял. Я не знаю, куда мне бежать. А, вот сюда, может? Он меня тут не сможет найти? Рональд с ножом. Какой-то слишком большой у нас Макдональдс. Да, реально какой-то большой. Во, назад, Вика, назад! Я не знаю, куда бежать. А, мы пойдем. Опять потеряли. Так, я сюда. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Ты где? Так, стой тут в вентиляции, просто будем тут стоять и дожидаться 6 часов утра. Я не знаю, сколько сейчас, мне кажется, где-то 2 часа, может быть. Как думаешь? Страшно. Беги, Вика, беги. Помогите! За тобой маньяк с ножиком. Так, да. А тут и мелкий, давай направо, быстро направо. Он не за мной, он за тобой бежит. Да? Ты его пропустила или что? Теперь сейчас за тобой, давай убегай, Вика. Давай сюда, тут еще и мелкий. Давай сюда, быстро. Нет. Вику убили. И что сейчас? Возродиться нажимаю. А ты где появился? Вика. Он прямо тут, беги сюда. Как-то. Смотри, это его сын, наверное. Бесконечный кошмар, даже нельзя умереть, чтобы спастись.
Ну, если ты умрешь, ты не спасешься. Нужно просто 6 часам бечь. О, он куда-то ушел. Я посмотрю, как они там. Как у них там дела. Как у. Так, он меня запарил. Все. Будем стоять тут или где. Во, 3 часа. 3 часа. Давай спрячемся где-то. А куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Я бегу за тобою. За своей мечтою. Или как там было? О, мне... в ночи. А, да, дальше я не помню. Там кто-то был. Не молчи, что там. Я больше не знаю. Я тоже не помню. Так, давай сюда. Вот давай в гараже спрячемся. Тут за машинкой. Да. Машина же тут. Вот тут, в уголку постоим и подождем, пока они все уйдут. Давай драться. Так. Ты думаешь? Ладно, я передумала. Ну давай. Убегай, Вика, убегай. Он за мной, он за мной. Убегай тут. 5 часов. Я буду картину ломать. Я только сейчас обнаружила, что... Да пошел ты, Рональд Макдональд. Я тут все устрою. Я тебе покажу, кто здесь герой. А мы с ним в догонялки играем? Нет, он по столам знает лазать. Нифига себе. Да, вообще-то. Я сейчас устрою ему все. А Вика тут бардак делает. За мной маньяк гонится, Вика бардак тут делает. Ты знаешь, кстати, что я прочитал? Пока мы там ждали и укрывались, пока у нас... Еще один, зараза! Я прочитал то, что этого Рональда застукали за тем, то, что он был... Он убивал людей и их мясо пихал в гамбургеры, прикинь? А, я знала, почему они такие вкусные. А, то есть это для тебя не новость, как я понял, да? Нет, нет, поэтому в Макдональдс и хожу. А, ну, смотри, смотри, а то, как тут в истории было написано, его милиция и там спецназ... Повезло! Нет! Нет, нет, сейчас. Тебя я там смотрю, вообще дискотека, да? У меня... У меня со всех сторон тут. А ты где, Вика? Ты тоже дискотека. А я не знаю, бегут ли они за... С одной стороны маньяк, с другой клоун какой-то, или что это такое? И еще и сын Рональда пришел. Зачем ты мне его привел? За мной трое гонятся, ты думаешь, я привел к тебе? Ого, мы тут, походу, всех собрали. Всех, прям тусовочка такая. Сейчас вот сюда, все. Идите вы в жопу. Спасибо, что ты мне их оставил здесь. А сейчас ты на другой стороне, Вика. Нет, вот тут их двое вообще. А, прошла себе так. Они тебя пропускают. Ты видишь, ты им нравишься, а я нет. Мне кажется, просто с каждым часом все жестче и жестче. Да. Возьмите, пожалуйста, картины, они мне не нужны. Я тоже. А может они из-за этого разозлились, то, что ты картины поломала? Может Стирай. Быть. С каждым часом, да, их все больше и больше. Но мне кажется, нам осталось где-то 40 минут или меньше чуть. Сейчас посмотрим, где они. Давай. Там туалет. Я не знаю, где женский, где мужской. Мужской. Нет, мне кажется, нам нужно с тобой спрятаться. Да. Но только в туалете, мне кажется, не лучший вариант, потому что там... Я хочу сломать вот тут все. О, смотри, Вика, это что-то. Давай сюда. Вика. А? Давай сюда. О, кстати, это детская комната, да? Да. Я хочу ее сломать. Вот смотри. Это... А тут вот тоже вот это... Это что такое? А, вот, да, тут нормально. Тут 3 выхода есть. А что это такое? Какие-то костюмы? Господи, я чуть сейчас не заорала. А я что? Я думала, вот это человек. Все, 6 часов. Вы выжили? Оп. Вы выжили. Ага. И все? Конец. Смотри, что нам пишет. Я увижу тебя в следующий раз. Друг? Мы не друзья тебе! Нет! Ты хотел нас убить, еще другом нас называть. Убирай свои картины. О, ну, в принципе, Вика, это все конец. Тут написано спасибо за то, что мы поиграли. И мне кажется, было весело. Если Вика хочет еще больше хорроров, то мы будем их проходить, да, Вика? Да, я думаю, что... Голос запершил. Я просто тут несколько кирпичей. Можно завод кирпичный открывать, в общем. Да, так не знаю, не знаю. Будем рады, если вы поставите лайк, подпишитесь на наши каналы, ссылочка на Вику также будет в описании. И будем рады, если вы ждете следующего видео. Да, Вика? Да. Я не знаю, какого, может, хоррор, если Вика согласится на это. Я думаю, что я соглашусь, если поставят много лайков. Да, и Вика будет еще громче кричать, чем в этой серии. Я буду кричать, как та самая. Да, ну, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи, мы с Викой прощаемся. Всем пока. Пока! Да. Easy.